Ну так, воротина у нас готова. Воротина готова. Я ее отнес туда, уже положил калитку. Сейчас будем делать калитку. Когда варите, мой вам совет. Трубы, профили, вот сюда оставляйте всегда стык, делайте по низу. Оставляйте открытым вот эту вот часть, потому что конденсат их давит. Обязательно делайте вот так. Здесь открыто. А верх закрывайте, чтобы не попадало туда. Вверх стыкуйте вот так вот. Закрытая труба, видите? А низ оставляйте так. Сейчас посмотрим. Выложил я калитку. Здесь сейчас загну еще арку. Хотел арку делать такую же, как на воротине. С обратным выходом. Но получается маленькая. Там под размер она входит в 90 сантиметров. Должна войти. Там по замерам у меня, по месту. Иначе по-другому не получается. Здесь низ выпилил. Вот так вот выпиливал. Это потому что кто-то рукожоп. Но оставить ее надо было обязательно. Вот здесь, чтобы я бы мог ее приварить сюда. Но этого ни в коем случае нельзя делать. Вот здесь должно оставаться, чтобы конденсат не скапливался в трубе. Трубы рвет. Скажу, что не рвет только те, кто занимается якобы кузнец и занимается узорами с профтрубы. Они, дабы продать свою продукцию, кричат, прямо рут на всех углах, что трубы не рвет. Сказочники. Все это вранье. Так вот, почему я так сделал? Потому что у меня должна быть вот эта часть воротина на 1,81 м. И арка, чтобы выходила у меня под лист на 2 метра. Я по своему рукожопию забыл, что я сделал там 1,81 м. И отпилил вот эту 1,80 м. Сейчас пришлось вот так вот выпилить. Все это приварится. Теперь у меня... А там... Короче, подогнал сейчас под 1,81 м. Здесь еще встанет арка вот сюда за подлицо. Пойдет арка. И все, и она встанет вровень с этой воротиной. Ну все. Сейчас приварю эти. Посмотрим. Сюда потом будем врезать замок. Сделаем накладку на замок. И поставим лопушок. Лопушок будем ставить готовый, покупной. Сами не будем изгаляться над этим лопушком. По одной простой причине, что не вижу смысла на эти ворота. Я считаю, это бюджетный вариант. И что-то с ними изгаляться. Все, что с профлистом, это все бюджет. Ну ладно, все. Сейчас варимся, потом включимся. Покажу. Так, ну все. Калитку тоже доделали, арку. Сделали, все сварили. Короче, получается, каркасы на ворота и на калитку у нас полностью готовы. Следующим этапом будем выгибать сюда узоры, врезать замок, декоры. Ну и все, на этом, в этом видео, наверное, все. Следите дальше за изготовлением этих бюджетных ворот. Всем пока, до новых встреч!